днем рождения! Мои радости большие! Боже мой, спасибо! Загадывай желание и задавай свечи! А может, мы сначала расскажем? Нет, сейчас загадаю, чтобы вы слух, чтобы вы долго жили и счастливо, в здравии, благополучие под мирным небом. Главное Хорошо. Желание, чтобы царился мир на земле. Правильно, дети? Ура! Вот, мамочка, спасибо, это тебе. А теперь можно я вам рассказать стихотворение? Конечно. Хочу я, чтобы жила ты без печали. На свете очень много долгих лет. Чтобы дни твои светлее и ярче стали, чтобы не встречалось больше бед. Мамуля, я с любовью поздравляю. Сегодня с днем рождения тебя. Твой сын, и счастье я тебе желаю. За все, что есть, благодарю тебя. Здравствуйте, сын мой. Танюся, мой сыночек. Вот Спасибо. Еще мамоченька. Я тебе подарочек приготовила. Ой, спасибо, молодцы. Ну, все, это мы стали. А я еще... Давай. Смотри, мам. Цветочек по-своему хорош. Два одинаковых вряд ли найдешь. Лилия, роза, нарцисс и тюльпан. В каждом своя красота и свой шарм. Тоже о девочках можно сказать. Можно принцессой любую назвать. Неповторимость есть и в тебе. Такую, как ты, не найдешь на земле. Мам, говори. Звездочки ясные, это глаза. Солнечный лучик, улыбка твоя. Глаз от тебя не могу оторвать. Счастья большого хочу пожелать. И все? И все. Стой, мамочка, не на минутку надо. Чего? Ура! Ура! Кошарика! Ой, прелесть моя. А вот эту обложечку посмотри. Ага, обложечка замечательная. Смотри, мам, у меня здесь открылся один, но нет, ничего. А ты не говори, я бы не знала. Смотри, мам, ты берешь за шарики, а потом читаешь «Вадочки, добрый день». А у меня еще есть с папочкой сюрприз. Да. Какой еще сюрприз? Ну, вечером попозже. Это вечером, когда гость придет. А, спасибо вам. И вот тебе цветы. Да. Вот это мои любимые цветы. Да, и вот от меня тоже. А тебе вместе, всем вместе. Днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Ура! 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 А кормить мамочку будут? А там следующие есть поздравляющие. А, переходим в другой зал. Вот раз в год на день рождения Аллы Оксана ей печет вредные пирожки вкусные. Это пирожки из моего детства. Да, жирненькие такие, вкусненькие. И с утра без краски. Я сейчас буду их лопать. Правильно. Обычно-то мы их с краской. Я про себя говорю. Молодец, папочка. Качает сынулечку. Сейчас, пап, разгонись. Это надо видеть. Всем инстаграмцам. Ты не ударился еще? Нет. Еще раз. Говори что-нибудь. А что я должен сказать? Мы едем в далекие края. Это так положено, да? А там дальше будут хорошие соседи. Короче, всем привет. Всем привет. Ты. Теперь я знаю, ты на свете есть. И каждую минуту я тобой дышу, тобой живу, и во сне, и наяву. Нет, мне ничего не надо от тебя. Нет,
чего хочу я тенью на твоем, мелькнув пути несколько шагов пройти, пройти, не поднимая глаз, пройти, оставив легкие следы, пройти хотя бы раз по краешку твоей судьбы.